Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня на обзоре у нас караван «Были сенатор» 2007 года. Пятиместный караван с французской кроватью. Полностью растаможен. И находится у нас на площадке в городе Пскове по адресу улицы Николая Васильева. 82,590 длина модуля. Вместе с дышлом длина данного каравана будет 7,20. По ширине данная модель 2,25. Клиренс у данного крана высокий. Уже фонари сзади модные, красивые. Но это уже такая брендовая игрушка. Цена данного каравана 692 тысячи рублей. Караван, как говорю, полностью растаможен. Таможня у нас город Псков. Вот и по нему сейчас посмотрим по состоянию. Цвет его не белый, а с такой темной сливки. Караван данный забирался у дилера. Подкрасов, ремонтов по данному каравану не было. Ну и быть не может. По низам. Все шикарно, крепкое. Не побито. Вот, сама модель сенатор. Стеклопакеты. Все целые. Уголочки нигде не побиты. Газовый баллон. Здесь уже стоит dual контроль. Кому интересно, что как выглядит dual контроль. Вот это обычный мануал, он не имеет, не может быть dual контролем. Должна вот такая вот колобаха быть. И уже на второй баллон, который ставится. Вот это является dual контролем, который стоит где-то в районе 15-17 тысяч. Вот этот уже контроль, который вот как раз подразумевает два баллона. Для нее это обычный редуктор. Все уголочки, доска, вся крепкая, как и должно быть на свежих караванах. Алковская система тормозов. Накладка на дышле в безупречном состоянии. Техосмотр также все имеются. По резинкам все проклеено было. Бок на месте, стыковочная линия тоже без нареканий. Одного цвета. Ну, очень, конечно, стильная игрушка и свежая. Вот этот Ford у нас стоит. Кассета маленькая. В туалете, само собой, уже гнилое. Ну, стекло стоит по низам. Без нареканий. Вся металлическая конструкция везде одинаковая. Это то, что с мойки. Вот. Радиус у нас хифли колеса стоят. 14C-шечка. Диски оригинальные. Резина в хорошем состоянии. Резина жгут. Все отлично. Состояние балки. Все тоже хорошо. Рама в безупречном состоянии. Запаска абсолютно новая. Каравана имеется. Место под аккумулятор. Плафон целый. Вот низы. По весам масса без нагрузки тонна 247, полная масса тонна 499. Стеклопакеты вот такие уже они внутри идут, очень удобно. Сзади, конечно, он красавец, и спереди, и сзади, и сбоку.
Здесь уже целиковая конструкция сзади идет. Так очень аккуратно пользоваться, потому что нигде подкрасов не было по каравану. Снизу тоже наши рамочки, наш сайт, где точная информация по наличию каравана. Наклеечка также сохранилась. Ну, с правой стороны все уголки на месте. Все проклеено на техосмотрах было в свое время. Пятая серия, это пятиместный является караван. Ну вот они, в безупречном состоянии. На холодильник все крепления, все на месте. Выхлоп и ремонтный люк. Парочки целые. Ну вот, фифли. Все колеса, все одинаковые. По нему бойлер на 10 литров газ-электро. Это уже под французской кроватью находится. Накладка на бойлер. Заглушка имеется. И внутри здесь вот такая красота. Караван-то очень светлый. Полный комплект ключей, сигнализация, все ключи, все как должно быть есть. Стол, вот он, штатный, присутствует. Диваны в безупречном состоянии. По резинкам смотреть внутри все уголочки. Без следов подтеков. Нигде не будет. Раздувы все по салону стоят. Немножко холостой. Смотрите по низам, по мебели. Без нареканий. Здесь такого, что караван не плавал. Нигде сырости он не видел. Плюс ковры все имеются на данный караван. Балочки все, да, без нареканий. Очень тяжело там видно, но можно увидеть. Передки все крепкие. Здесь еще стол, который раскладывается дополнительно. Документы на караван все имеются. Со всеми техосмотрами все полностью каравану. Все на месте. Насос есть, столешница. Без нареканий. Все целое. Дометик. Холодильник с большой морозилкой газ-электро. Плита на 4 конфорки. Стекло не разбито. Ну, все, вот оно рабочее. Здесь еще ящик для дополнительных вещей. Люк панорамный. Большой в караване. И он уже здесь идет с подсветкой. Очень, конечно, удобный. Отток и приток воздуха также имеется. Вентилятор. Нигде доски не побиты, все в безупречном состоянии. Второй люк также присутствует. Тетфорд у нас. Туалет. Все крепко. Здесь, конечно, удобно то, что душевая вот таким образом все закрывается. Все на магните.
Поддон в безупречном состоянии. Конечно, вот и раздувы везде по салону. Угольничек. Здесь также спальная зона закрывается. Вот они, ковры присутствуют. Микроволновочка имеется. Триматик стоит. Газ электро свежий. До минус 15 можно пользоваться. Не побитый. Ничего. Нигде. Вот. Ну и по мебели, по всему тут без нареканий. Так что какие вопросы есть, звоните, пишите. Не забываем, ставим лайки, подписываемся на наш канал. До скорых встреч. Спасибо за просмотр. Всем пока.